На федеральной дороге в Вилюй завершается реконструкция. Все работы должны быть закончены до конца октября. По словам дорожников, на некоторых участках ремонт идет с опережением графика. На сегодняшний день отремонтировано уже 100 километров федеральной трассы. Рабочие используют местный материал. На участках в две смены трудятся более 300 человек. Задействовано около 150 единиц техники. В данный момент это производится второй этап реконструкции, где производится устройство дорожной одежды, то есть нижний слой основания, верхний слой основания и покрытие. Ну, это то, что укрепление откоса ведет, более такое уже посильнее, то есть, конечно, оно более затратное, но оно себя оправдывает. Гарантии на каждый вид работ есть своя гарантия. На дорогу там идет 7 лет, трубы 8 лет, то есть водопропускные сооружения, то есть это.